Сторонники другой концепции, получившей название буддаизм, считали, что недра планеты очень горячие. Проведенные в начале 19 века специальные измерения в шахтах показали, что температура быстро повышается с глубиной. Это открытие положило конец великому геологическому спору. Никто уже не сомневался в раскаленности земных недр. Чуть позже были приведены аргументы в пользу того, что вещество в магните твердое, а не жидкое, как представилось сразу. Ученые предполагают, что в мантии создаются крайне медленные, порядка нескольких сантиметров в год, конвективные течения. По одной из версий, глубинные слои мантии теряют при контакте с ядром часть богатого железного вещества. Чего значит? Пойдешь? Иди. Помогай. Друг к другу двигайте рычаги. Мы с вами наблюдаем первую картину. Это столкновение океанической и континентальной плиты. В этот момент возникает зона субдукции, которая отмечена высокой сейсмичной активностью, а также активизацией вулкана. Океаническая плита плотнее континентальной, она под нее подминается, уходит в мантию, далее там расплавляется. Затем у нас уже происходит движение двух континентальных плит друг к другу. Они по своей плотности примерно одинаковые, поэтому не могут подминаться друг под друга, вминаться друг в друга. Они начинают подниматься. Тем самым мы видим, как образуются горы. Горы, сформированные на стыках платформ, имеют свойство расти за счет постоянного движения этих плит. И в среднем Гималаи, например, вырастают на 1 см в год. Следующий. Что, идти за вами, да? Да-да-да. Земная кора очень тонкая. Она составляет всего лишь 1% от радиуса Земли. Если говорить по цифрам, то в ширину континентальная составляет от 45 до 75 километров, океаническая от 5 до 10. Сейчас мне нужно, чтобы вы разбились на две группы, 8 человек по 4 человека. Одна группа пройдет у нас в тематическую комнату, ну а потом мы поменяемся. И до 2008 года считалась самой глубокой скважиной в мире. Прямо сейчас вам предстоит спуститься на глубину 12 километров 262 метра. Во время движения клети убедительно требуем соблюдать осторожность и не пытаться покинуть клети. Внимание! Держитесь за поручни. Начинается спуск. Добавлены 3-километровой глубины породы по составу почти полностью соответствует грунту, доставленному с поверхности Луны. Ученые даже шутят, что Луна откололась именно от Кольского полуострова. После глубины 7 километров исследователи с удивлением обнаружили трещиноватые, менее прочные породы. Что опровергло существующее на тот момент представление о структуре земной коры. Еще одним удивительным открытием стало то, что даже на В сентябре 1984-го на скважине произошла крупная авария. Обрыв турбобура и 5 километров буровых труб. Только спустя 6 лет исследователи снова подошли к отметке в 12 километров. В 1990 году был достигнут максимум глубины, осуществимый при возможностях техники того времени. В начале 91-го в финской газете появилось интервью якобы с геологом Кольской сверхглубокой. По его словам, в скважину был опущен микрофон, который зафиксировал мучительные стоны и душераздирающие крики миллионов людей. Ученые пробурили туннель в преисподнюю. Публикации растиражировались в зарубежные и советские СМИ. Позже выяснилось, что финская газета напечатала статью в день, идентичную нашему первоапрельскому дню дурака. Однако некоторые люди до сих пор верят, что Кольская сверхглубокая была закрыта из-за опасения выпустить адские силы на поверхность. Внимание! Подъем окончен. Все покинуть в Кольске. Кольская сверхглубокая. Наверняка что-то слышали о ней, может быть, даже много что слышали, нет? Глубина этой скважины составляет 12 262 метра. Это исследовательская скважина, которая появилась еще советскими учеными в
92 году она приостановила свое функционирование, исследовательские здания были уже на территории разрушены. Но несмотря на то, что это 92 год, до сих пор уже по прошествии 25 лет никто не пробурил больше. Это была исследовательская скважина, никакой нефтегазовой промышленности, ничего подобного. Сейчас есть скважина подлиннее, 12 700, но она сделана под уклоном, поэтому абсолютно глубокой все еще являться не может. Что же хотели ученые найти? Вот здесь у нас также образование и возраст от 365 миллионов лет. Несмотря на такую большую цифру, это достаточно молодое образование. Если мы возьмем появление нашей планеты за 24 часа, то в этом исчислении горы появились 2 часа назад, но все человечество около 8 секунд назад. По своему строению гибиды выстраиваются вот такими кольцами. И основные месторождения наших обитателей Кремниевых групп находятся в среднем кольце. Культуры у нас здесь остался. Это исамские диалекты, топонимы, которые мы наблюдаем в географических названиях, ну и даже без исамских легенд. Слагали они следующие версии, что в наших горах живут маленькие человечки. Они нас ожидают в следующей тематической комнате. Пойдемте с ними знакомиться. Человечков этих зовут чахли. Ростом они не выше годовалого ребенка. Занимались чахли тем же самым, чем и сам. То есть такие же промыслы. Ловили рыбу, охотились, проходите. Разводили оленей. Все в окружении чахли было такое же маленькое, как они сами. Маленькие костры, орудия труда, и даже считается, что карликовая береза досталась нам в дань от этих человечков. Если бы насобирали бы полные карманы таких камушков. Есть один эффект в геологии, который называется люминесценция, при котором минералы могут светиться в темноте и светиться совершенно иными красками, нежели в природе мы их встречаем. Ну и согласитесь, если... Пока мы остаемся на этом уровне, еще поговорим немножко о спинах. Наверняка обращали внимание... Может, они неинтересные? Составляет около миллиметра в год. Получается, что для полного разрушения Хибинских гор потребуется более миллиона лет. Что ж, по геологическим меркам это совсем много. Ледники тоже влияют на сглаживание рельефа. Некогда движущиеся массы льда соскабливали с поверхности мягкие рыхлые породы и даже крупные твердые обломки, которые, вмерзая в лед, образовывали отложения – морены. Потоки талых вод, возникающие при таянии ледников, перемалывали морены, создавая по окраинам тающего ледника песчаные плоские равнины. В Хибинах часто встречаются формы рельефа, образованные древними горными ледниками. Например, чашеобразные углубления на склонах гор, ледниковые цирки, кары или долины коробкообразной формы с широким дном и крутыми воблаками бортами – тропы. На открытых пространствах создает свои формы рельефа ветер. Они получили название эолы в честь древнегреческого бога Эола, повелителя ветров. Ветер сдувает с оголенных горных вершин мелкие обломки и песок, которые снова ударяются о скалы, способствуя их разрушению. На плато Хибин можно наблюдать причудливые фигуры – останцы. Сформировались каменные столбы при избирательном выветривании горных пород и дальнейшей деятельности ветра. Гидросфера, царство воды. Три состояния агрегатной воды наверняка вы знаете. С помощью нашего куплера и вот такой трубы мы еще раз их демонстрируем.
концентрируем. Маша, помогай. В одну сторону крутит, и у нас вода переходит в твердое состояние, превращается в лед. Ну, теперь в другую. Из жидкого состояния вода переходит в газообразное, превращается в пар. Эти три ее состояния помогают совершать круговорот в природе. Очень полезную функцию для всего живого. Это в отдаленных районах. Еще можно. Небольшая коллекция, но с завидным постоянством наши посетители отмечают, что очень вкусная коллекция. Если удавалось что-то попробовать. Здесь у нас расположен необычный стол. Я предлагаю вам попробовать этот стол. Поработать на нем. Иди попробуй. Попробуй. Да вы тоже можете. Иди, иди. Вот они, смелые. Стоп. Попробуйте стол сам. Сам стол попробуйте. Здесь весь эффект именно в этом. Все-таки, находясь в гидросфере, стол не мог быть иным. Водный. И данный стол содержит различную информацию относительно наших водоемов. Я поняла, что там немножко. Здесь проплывают они волной. Вот управление будет немножко иное, нежели в планшетах. Управление происходит вот как раз столбиком правым. На нем кнопка. И когда проплывает информация, можно на кнопку нажать один раз. Она на некоторое время застопорится, мы можем прочитать. Как от Кировска до Мурманска, плюс еще несколько десятков километров, такова общая протяженность рек и ручьев Химин, около 265 километров. Более половины из них составляют сезонные реки, которые появляются в период снеготаяния. К концу лета эти небольшие реки могут совсем высыхать. Борода Святого Духа – это один из живописнейших водопадов Химин. Высотой 5 метров. Самый мощный водопад Культфорский. Высота верхней ступени около 9 метров, нижней 3 метра. Один из самых посещаемых водопадов массива носит название «Красивый». Сейчас она проплывет чуть-чуть. Она может повторяться. Вот, собственно говоря, что и происходит. Сейчас снова проплывет, смоется. И когда начнет листаться, можно будет нажать. Будут демонстрироваться наши шикарные климатические условия. Сколько солнечных дней, как долго перепады могут быть, как долго длится полярная ночь и полярный день. Ну а на этих экранах у нас вот конкретно сейчас демонстрируется зарядка мины в миномет для обстрел снежных масс и принудительного спуска лавин. Если тоже будете у нас по музею ходить или уже ходили, есть у нас были люди, судьбы людей. В 1935 году в декабре сошли две крупные лавины, под которыми погибло 89 человек. И после этого было принято решение, что лавины нужно изучать, с ними нужно централизованно бороться. Вроде бы горы не высокие, самая высокая точка 1200 метров, но наши погодные условия, наши осадки создают все условия для того, чтобы образовались снежные карнизы, заносы и образовывались лавины. Поэтому, если вы катаетесь на горных лыжах, на сноуборде, не пренебрегайте правилами безопасности, аншлагами, которые предупреждают, стоя лавина. Все-таки это делается для того, чтобы вы были в безопасности. Ну, а здесь демонстрируется сейчас у нас животный мир и природный мир Кольского полуострова. Также на этаже флоры и фауны мы превращаемся в маленьких чахли, во всяком случае, кто желает это сделать. И уже налаживаем свои метеорологические службы, шаманим, фотографируемся. Так что, пожалуйста, кто хочет, не стесняйтесь. А
Отлично. Желание нужно загадывать. Все сбывается. Да, все сбывается. Проверим. Впечатляет? Ага. Особенно если перевести это все в прямую.